Всем привет, зрители моего канала Сад Чекалин, Сызранский район. Сегодня собираем немножко огурцов. Наши огурцы на подоконнике. Сегодня у нас 13 марта 2024 года. И вы видите, я начинаю сбор наших огуречков. Оп. Уже огурцы готовы. Вот такие вот огурцы сорта Маринда. И мы сейчас соберем. Опа. Так, здесь у нас готово. Что у нас еще есть? А вот на этом подоконнике мы периодически так собираем. Здесь вот пару огурцов заберем. До большого мы не будем выращивать, потому что большие, естественно. Ну, там они у больших тоже, семечки не очень большие. Вот, огурцы на подоконнике, в горшках, земля насыпная. И, естественно, пересаживали. Что у нас, что вот тут? Тут у нас маленькие. Вот. Вот. Здесь все по-разному. Сначала первый был сажный. Первый там, по-моему, две пачки по 7 огурцов было. Потом еще подсаживал. Это вот маленькие еще, видите. Здесь уже мы снимали. Здесь пока нету, пусто. Ну все, всем, кому понравилось, были полезны наши огурцы. Всем нам класс, лайк. Огурцы не пустые. Да, не забывайте подписываться на наш канал Сад Чекалин, Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи, ребят.